как она вообще взорвалась, непонятно. Цел не доделан, написано же. А. Понятно. Как жестоко. Верните назад мое тело. А это раньше была такая надпись? А, и ты теперь загрузишь более ранее сохранение, чтобы только чтобы это узнать. Да? Ну давай, ладно. Забыл сохраниться. Я пошутил вообще. Да? Ну ладно. Как ты называешь эти наночастицы, когда ты телепортируешься с одного сознания в другое? Эффект телепорт, как ты называешь, когда ты телепортируешься с одного сознания в другое? Ну так и называется. Телепортация сознания. Я думаю, ты назвал как-то там, по-научному, там, R342 телефон. Какой-нибудь там. Окей, куда я попал? Третья секция. Ой, третья комната синей секции. Так, аристократция. Чё? Ну ладно. Появился лифт из ниоткуда. И автомат нам дали. Окей, поехали. В испытательный комплекс ловушка была доставлена улучшенная модель B-машины TR-400. Опять? Теперь она называется TR-800. TR-800? Наши клиенты улучшили ее искусственный интеллект и снарядили самовосстанавливающийся броню класса А-17. Теперь эта штука – настоящая машина смерти. Машина смерти? Вам необходимо протестировать ее наиболее тщательно и убедиться, что она готова к полномасштабным боевым испытаниям. Продукт полностью укомплектован и готов к тестированию. Незамедлительно приступайте к поискам полигона. Охереть. Вам необходимо протестировать ее наиболее тщательно и убедиться, что она готова к полномасштабным боевым испытаниям. Продукт полностью укомплектован и готов к тестированию. Супер! Незамедлительно приступайте к поискам полигона. Да уж. И что это такое? Это меня больно делает? Это куда делось? Эй! Эй! Вот такой вот тут троллинг. Троллинг. Ладно. Ладно, нахрен эту кнопку жать. Тут подать питание на... Чего? Чего? Ай-яй-яй-яй! Не хочу телепортироваться. А это зачем? Да не хочу я телепортироваться. Я же тебе сказал, то не хочу. Что-то делают вообще. И трубка тут нужна. Все. Я нашел безопасный момент, как выжить и не телепортироваться дальше. Давай, появляйся. 5, 4, 3, 2. Сзади? Это что за тройство сейчас было? Я думаю, она в одну точку двигается, а не туда-сюда. Ты думаешь, она тупая? Да. Она с мозгами. Тварь, блин. Понятно, то попасть сюда надо. Ну я понял, что надо делать, это вообще рикотня. Давай. Блин, не туда, не туда, вот сюда. О! Давай, быстрее, 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 быстрее. Спасибо. Быстро прошел, да? Угу. Трубка! 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 Трубка, трубка, трубка! Йо-йо-йо-йо-йо! Хикрабы, телепортируйтесь, пожалуйста. Давайте. Сейчас вы телепортируете. Урод.
Я хоть бесконечно телепортируюсь, мне похрен. Да... Вы еще возвращаться умеете? Вообще охренели. Насколько умный хит-краба стоит. Подожди, сейчас телепортируешься. За тобой едет уже машина. Мою трубку телепортировали. Боже, да иди ты нахрен, хит-краб. Я не хочу с тобой сражаться. Ты ну. Не надо. Спасибо, хит-краб. Хотя, благо, что я умею быть как хит-краб. Не надо. Тут пошел ты нахрен. Во! Бронька! Фу, хорошая бронька. Быстро ты вообще справился. Ну, я туплю специально сам в некоторых местах, чтобы найти новые способы для бага. Понятно? Хотя бывает такое, что я на самом деле туплю, и... а на самом деле все очевидно. Я просто люблю сложности. Но тут мне что-то лень сложности делать, я просто уже устал. Давай, поехали. Проход. Hello? Hello? Yeah. А чё мне колбасит? Что это за херня? С экраном. Это что, биооружие приближаюсь? А, оно там внизу, да? Я ничего не скажу. Оно внизу, я знаю. Наш планетарный вождь принял решение бросить вызов структурам Межгалактического Конгресса. Эти так называемые борцы за миропорядок во Вселенной все чаще вмешиваются в наши внутренние дела и накладывают все новые ограничения. Засунь свою паличку в жопу. Нам совершить нападение на одну из военных баз Земли в Австралии. Такое вмешательство может серьезно повредить многим нашим программам по экспансии. Мы станем первой цивилизацией, которая осмелится противостоять Конгрессу. Конечно же, разработка новой программы находится еще на стадии предварительного рассмотрения. Но уже сейчас у вас есть возможность помочь нашей цивилизации конкретными делами. Скоро мы передадим вам на тестирование потрясающую научную разработку, которая перевернет все представление о военных технологиях. Да заткнись ты уже, я же не могу. Мне уже просто голова трещит от всего этого. И от хикрабов, и от младенных львов, которые монтировка не могу убить нормально. Вообще уже достало. Да чё тебя колбасит, эй? Эй, ты чё, живая граната? А, это биооружие там. Биооружие, привет! Это ты? Ты тут? Нет, тут бочки. Биооружие, ты где? Инвентарь конфискации только для персонала. Эй, ты где, биооружие? Я хочу тебя увидеть. Нахрена это туда вообще нужно, непонятно. Блин, куда эффект делся? Офигенный эффект был. Я понял все. О. Еще раз сюда ставим-то. Взрываем тут херню. Смотри, как я взрываю. Прямо в точку. Вот сейчас будет точка. Вот, смотри, во. Во. Видишь? Надо было просто подкинуть руками. Давай. Давить. Вот сколько тут мусора всякого. Чё там? Опять эта херня. Только не открывай, пожалуйста, двери. Это биооружие рядом. Биооружие рядом. Биооружие загружается. Вот оно, вот тут. Приблизились к полигону с биомашиной ТР-800.
Напоминаем, что благодаря улучшенной броне ее нельзя уничтожить из обычного оружия. Для выполнения задачи вам будет предоставлена ионная пушка. Ионная пушка. Уничтожьте биомашину ТР-800. Где она? Это ты? Ты же обычный. И у тебя сейчас пушка вот эта будет с тобой ездить или что? Пошли все нахрен. Я с вами не хочу сражаться, вы никто. Вы никто, понимаете? Вы никто. Ну как там, отдыхается, хорошо? Тебе норм? Ладно, давайте мы... А, ну давайте откроем. Привет. Нуб. Нуб. Это биомашина или это не биомашина, это просто... Тебе что сказали? Ты не уничтожишь ты обычным оружием. Да это обычный страйдер, блин. Ну? Я же слышу звуки, им жизнь отнимается у него. Я разработчик, не виднее. Я знаю, что это не он, это обычный не страйдер. Я тебе реально говорю, бесполезно. Что, давайте проверим. Тут проверять нечего, там скрипт стоит. Который пополняет здоровье при ударе? Да. Он дэмэйдж... сет хит, не-не, страйдер сет хит 9000 миллионов там. Ага. Чтобы умертвить, надо другую команду вести. Вот, хикраб, 45. Бекком рэгдоу. Ну, почему тут не работает на этом? Ладно, давайте проверим еще раз. Иди сюда. Бекком рэгдоу. Работает? Ну, видимо, да. А почему до этого не работал? Хер узнает. А, потому что я водил NPC Hunter. Кто с ошибкой писал рано снова. Эй. Видишь? Понял? Mm-hmm. Это работает на всех хантеров, так они так и называются. Я просто тебе показал. Но я не буду использовать этот чит, только я не читак. Я просто тебе продемонстрирую, что я могу сделать. Понял? Mm-hmm. Ну ладно. А вот портал. Как я понимаю, у него опять какая-то хрень, да, появится это из живота. Переключатель. Затрестие. И он, а пушка это вот эта херня, да? Да. Иди сюда. Иди сюда. Чем норм? Блин, что-то у тебя очень мало жизни у него. Побольше бы сделал. Я из живота появилась. Вот скажи, я быстрее всех убил этого монстра? Ты рекорд поставил, так даже я не могу. Да что там сложного? Этих штуки открыты. Я думаю, тут двери закрыты. Они открыты. Ты знаешь, я прыгаю. На самом деле это сложно. Тебе просто повезло. Какого сложного? Он идет ко мне всегда. Либо он может использовать атаку. Ты не веришь? Сейчас еще сейчас. Ты просто рассчитал и все, что там. А при чем ты рассчитал, смотри. Сейчас хикраба убью, иди сюда. Иди сюда. Надо подгадать просто так, чтобы он попал в момент, когда. Да не в этом прикол, смотри. Иди сюда. Да блин, хикрабы. Они мешают. Иди нахрен. Иди сюда уже, ну. Вот смотри. Ну. Выжи это легко. Давай лапы бей. Понял? Ну чё скажешь? Ну чё, я чё скажу? Ну я понял, ты гений, дальше что? И 1 хп! Вот то, что ты сейчас делаешь, хп? Это 99% людей не смогут. Ну я просто... Они просто не играют, они будут... Ну я помню, я фанат Half-Life ещё 2008 года. Ну вот фанаты Half-Life пусть так и делают. А ты не фанат, ещё скажи. Нет. Но сделал мод для него. Я фанат Dead Space.
Dead Space? Да. А не хочешь делать мод, это игру, ой, мод для Dead Space, если там вообще это возможно? Да, там нельзя. Свою Dead Space создай. За 5 лет или за 10. Ладно, шучу. У меня был один тест. А там прикол, зачем ты эти хрени? Дай скажу. Окей. У меня был один тестер, в первом трепе был тестер, который распрыгивался постоянно. И он через все ямы перепрыгивал, даже там, где по сюжету нельзя перепрыгивать. И он всем мне говорил, что я должен это учитывать. Ну что, мне его слушать теперь за это? Ну, я не говорю, что учить, я просто тебе говорю факт. Ну, это мое мнение, я не говорю, что тебе нужно его придерживаться. И не заставляю там делать то, что я тебе говорю. Вот если я скажу тебе там, не знаю, поставь сюда блок для красоты там с текстуркой необычной, ты же не будешь это делать, правильно? Вот. Да, потому что это бред. Ну да. Хотя на самом деле идея неплохая, поставить текстурку, где надо прочитать какой-то бред. Это, не знаю, абсурд какой-то полный. Ни о чем текст, который запутает игрока. Типа, чтобы уничтожить страйдера, ты должен найти правильную дверь. А дверь это находится перпендикулярно полу, с которого идет портал. И с этого портала появляется монстр. Ты должен учесть, если игра попадает в эту точку, то значит это правильный путь. Если нет, то перпендикулярно предыдущей двери. Знаешь, откуда я такую идею взял? Я ни хрена не понял. Ты играл в мод Stanley Parable? Да, я много во что не играл. А слышал о нем? Нет. Блин, популярный смешной мод для Half-Life 2. Там даже на Half-Life не похоже. Там вот абсурдные такие фразы, вот как раз и было. Перпендикулярно двери, там, повороту, там, порталы. Я помню, мне понравилась игра «Невозможная викторина». Что там импульсер был плыть, что типа это. Поиграй в Geometry Dash. Креативно. Хотя бы уровень один пройду в Geometry Dash. Или тебе не нравится тоже. Или ты не играл в нее просто? Нет. А поиграй хоть раз. Может даже не на видео, а просто для себя. А почему показывают два страйдера? Это просто разные виды одного. Ну, с трех сторон. А кстати, знаешь, как сделать? Можно к страйдеру прицепить какой-нибудь объект там. Там типа броню наподобие сделать там из блоков. Припринятись с помощью парень так к страйдеру и будет работать. Нет, это хрен его знает. Блин. Ты не веришь мне? Смотри. Я сейчас даже прям в игре это могу продемонстрировать. Смотри. Сейчас. Ладно, сейчас сохранюсь. Поставлю все пока, на всякий случай. Бутну. Смотри. Я делаю хикраба, да? К примеру. I'll disable. No. Есть какой-нибудь объект тут, не знаю, физически? Да есть. Любой физический объект, который можно двигать. Который ну, ящики там есть. А тут даже... А, вот ящики. Вот хикраб. Вот, допустим, вот... Смотри. Теперь. Допустим, назову это 1, 2, 3. Теперь припарничу 45. Или как хикраб назвал его. Ну, назову его, не знаю, Z-трап. Подопытный кролик. Один. Вот. И теперь вот этого хикраба, Z-трап, подобный кролик, один сет парен, 45. Эй. А, блин, я неправильно набрал, все. Ты уверен, что ты тут броня или что-то с анимацией сверху вместе с ним? Да, видишь, цепляется. Все не так просто, на самом деле. На самом деле это возможно. Только он, видишь, немного тупит. Ну вот, тут и начинаются эти крупники, рыбки, а знаешь, баги. Надо просто сделать так, чтобы эта масса объекта была очень огромной, и игрок не мог делать гравипуск. Гораздо проще просто взять программиста, чтобы он сделал так, чтобы разные скины можно было делать. Ну, можно и так, но есть такой способ. На самом деле он работает у некоторых. Просто тебе показал, что такое возможно. Потому что я мастер в этом. Даже могу сделать страйдера, который будет стрелять в одну точку, да, скажу. Ну, типа, как ну, это и так можно маппингом, да. А я могу прям в карте это сделать без маппинга. Да и хрен с ним, давай играть. Никак не понравилось. Да ладно, ладно, я сейчас заканчиваю на самом деле уже. Завтра, наверное, будем дальше проходить. Как ты думаешь? Завтра, наверное, уже пройдем. К
как раз в воскресенье. Надеюсь, что да. Если, конечно, не обидишься. Хотя я надеялся сегодня. Ну, видишь. На самом деле так интереснее, когда ты не просто прохожий, да, идешь, там разговариваешь, а делаешь нарочно какие-то херни, там путаешься и так далее. Ну ты как думаешь? Не, мне так как раз не скучно вообще. В любом случае это будет промонтажировано, и не будет столько всяких тупых моментов прям в одном. Ну ты сам понимаешь. Ну ладно, хорошо. Я люблю, когда проходит обычно, как обычные люди, как обычные игроки. Да? Да, как все. Ну, просто представь, вот сколько багов нашли, когда я проходил. Да немного. А так бы их не могли не найти, если бы я просто проходил, не ища баги. Из них критических вообще нет. Ну, критических. Я думаю, есть в одном месте, но я просто его не смог сделать. Это что? Тут вообще багов немного. Там с твоим напарником тестили, там тоже особо придраться не о чем было. Ну, я некоторые баги же поправлял тоже. Ладно, хватит. Что делать, пока не могу понять. Нужна кнопка, чтобы... Ты взял это? Ты что из него выбралось? А! Я понял. Я уже забыл, где он умер. А, вот она. Кстати, как вариант, ты мог бы покрасить его в красный свет. Это возможно. Ну, понятно. Да, там как нравится. Ну, я просто тебе говорю идею, рекомендую. Не все что ли? А вот зачем тогда ну, вот это нужно было? Ну, затем, чтобы его поймать. А, то есть она закрывается, и чтобы он там сидел? Да, полностью, да. А, ну ладно. Ну, сейчас я точно уверяю. Для вас поступило предложение. Чё за херня? Охрененное предложение, правда? Что со мной происходит? Я думаю, это биомашина такое хрень делала. А что это было? Да. Ну отмотай. Предложение это просто помучить свою голову, чтобы тебя там промониторить там шашлыки какие-нибудь. Ну, блин, то бы ты с ума сошел, как бы. Ну, давай посмотрим. Добро пожаловать в черную секцию. Черная секция. Ну, давайте на этом закончим уж, конечно. Черная секция как раз, следующая секция. Да, давай, а то там еще до хера. Протестируйте боевые навыки объекта номер 96. Еще какой скорость, который ты играешь, часа два. На самом деле так интересно. Ну, необычно же снимаю. Что скажешь, Сам? Ну, нормально как. А может скажешь супер? Ну, супер я не скажу. Плохо. Не, плохо тоже не скажу. Нормально это средний называется. Ну ладно, хорошо, давай попрощаемся. С вами был Flutterchef 13. Всем спасибо за просмотр. Есть следующих видео, различных видео прохождений, туториалов и так далее. Ну и прохождение тут тестирования мода. И с вами был Flutterchef 13 и Реактор. Помахай ручками. Если не против. Да, пока. Ей. Скажи ей тоже. Не скажу. Ну ладно, пока.